Это, во-первых, гражданский долг и право, данное Конституции, чтобы гражданин Российской Федерации принимал участие в выборах, тем более в этих выборах. Это главные выборы страны, которые определяют развитие нашего государства на ближайшие 6 лет. Крайне важно. Тем более сегодня, в той обстановке, в условиях беспрецедентных санкций в отношении страны, когда мы показываем развитие экономики, когда мы проводим специальную военную операцию, сегодня крайне важно каждому гражданину страны, каждому жителю Ульяновской области прийти на выборы и проголосовать, принять участие в выборах.